Депутат Сената Бекболат Орынбеков, прибывший в регион, с визитом посетил Жолынский район. Сенатор посетил ряд объектов, строительство которых ведется в регионе. Сначала он осмотрел капитальный ремонт Жолынского колледжа номер 16 в селе Акбастау Карасасского сельского округа. Ознакомившись с ходом строительных работ, Бекболат Орынбеков поручил ответственному подрядчику своевременно завершить строительство и, самое главное, уделить внимание вопросам качества. Также сенатор осмотрел ремонт районной дороги протяженностью 8,2 километров по маршруту Бауыржан-Момышулы-Береке-Журембай. Ремонтные работы завершились совсем недавно. Бекболат Орынбеков ознакомился со строительством спортзала в центре Жетытюбинского сельского округа в селе Кары-Корган. Ожидается, что здание будет полностью реконструировано, а внутри будут оборудованы 3 небольших зала. Визит сенатора в Жолынский район завершился встречами с депутатами в малом актовом зале районного акимата. Были рассмотрены пути решения важных вопросов и даны поручения.